National Explorer Андрей Шалыгин, выставка 17-я международная охота рыбалка в Крокусе. Работает с четверга по воскресенье. В этом году выставка не очень большая, и в связи с тем, что экспозиция сокращенная, вход на нее бесплатный впервые. Всегда здесь вход был примерно 200 рублей по стоимости, иногда побольше. Значит, но в этот раз выставка ни с чем не совмещенная, она весной совмещается с выставками «Вездеход», но параллельно проходит в соседнем павильоне выставка «Митха». Ну, в этот раз очень многих представителей, производителей на данной выставке нет. Как правило, охотничьи журналы основные все здесь представлены, вот, собирают рекламодателя. Рыбалка, в общем-то, сокращенным сегментом. По охоте в основном одежда и частично немножко представлены ножевики. В общем-то, с каждым годом осенняя выставка в Крокусе все более сжимается. И вот за последние лет 7-10, пожалуй, это, в общем-то, самый минимальный объем представительства, который мы только вот видели. Алло, слышно меня? Подойду, потому что мне зимом там надо быть за оленем. Отлично, приезжайте к нам. Да, туда дайте рекомендации. Олень. Вас интересует, может быть, охота, рыбалка, что? Пожалуйста, сядьте за столик. Не, мы с того стенда. Что там шли? Вы его
Давай теперь крестик. Еще раз тебе в точку яблоко. Попадаешь? Тогда я коник делаю, назад шаг. Там точно идеально стоять, типа крест. Еще раз. Ладно? Окей. Второй плеер, давайте я с вами стою. У нас разные патроны, поэтому мы с вами не пересекаемся. Ты постоящего попробуй. Постоящего проще.